А вот жители Кузбасса требуют ужесточить наказание для насильников и педофилов. В сети появилось обращение к президенту страны после убийства 12-летней школьницы. Напомню, девочка исчезла 26 января этого года по дороге к автобусной остановке. В течение 5 дней сотни волонтеров, сотрудников МЧС, горноспасателей, полицейских сначала искали следы пропавшей, а потом доставали тело со 100-метровой глубины из штрека шахты. По подозрению в убийстве задержан 40-летний местный житель. В минувшие выходные кузбассовцы простились с погибшей девочкой. Сотни человек пришли в собор Рождества Христова, чтобы поддержать убитых горем родственников.